нема, це головне, щоб... Саме головне, треба заяву, як зробити. Ну, а умна є. Баба, ну, я не знаю. Все, так, ну, я говорю так. Це гарно. Чого? Я думаю, що все одно ми зробимо чудово. Спасибо, Агон. Ти ще не все. Это Роскопь. Что? Тут тебе Роскопь сколько? Ну, во-первых, каждый шаг. Добрый вечер. Юлия Владимировна, собственно, есть ли какая-то реакция? Вы знаете, реакция нашей партии, реакция Форума национального спасения как единой оппозиции в Украине и реакция всех порядочных, честных людей в Украине совпадает. Это попытка политической расправы, попытка политической, скажем, дискредитации и ликвидации одного из ярких лидеров оппозиции, которым является Юлия Тимошенко. Ее бы выбрала президентом, если честно сказать. Вот так. Да, а но не Кучма. А потому очень умная женщина. Вот. И надо, чтобы хотя бы одна женщина была у нас президентом. Но мы не знаем таких самых известных ваших газет, правильно сказать. Волки волков начинают, наверное, грызть. Хотя напрасно його посадили. Ну, Кучма, як вам сказати, мстить, хто зараз виступає проти нього. Це агонія, як кажуть, собаки, яку загнано, бо він вже не має ніде підтримки.